тебе. Появление таинственного существа в челябинских лесах всерьез обсуждают местные жители. Многие из них, даже те, кто раньше был настроен скептически, теперь уверены, что рядом поселился ни много ни мало снежный человек. Екатерина Мышлянова подробнее. Эти кадры на камеру мобильного телефона сделали местные жители. На первый взгляд может показаться, что оператор просто хотел запечатлеть красоты уральской природы. Как вдруг... Я заснял его! Кто так напугал оператора? Животное, человек? Местные жители все списали на таинственное существо, которое, по их словам, уже не первый год пугает по ночам домашних собак. Рабочий день егеря Сергея Гранчака экстремальных ситуаций обычно не предполагает. Обход участка, проверка охотничьих путевок. Так и было, пока лесник не увидел йети. Он что-то то ли копался. Мы-то потом смотрели, полу как согнутый же был вперед. Вот он выпрямился, как весь рост. У меня аж мурашки по коже пошли. Друзья и близкие егерю поначалу не поверили. Но Сергей уверял, в лесной чаще он видел не зверя, а человека. Через несколько дней нашлись и доказательства. Кто-то аккуратно снял шкурку с зайца. И это не животное, говорит лесничий. Я тоже здесь с детства ни разу в жизни не встречал его такого. Любой зверь все равно зубы оставит на шкурке. Дират или что-то, а это нет. Вот он вот так вот, видать, пополам. И главное, на пузе остается шкура целая. Слухи о загадочном звере сразу же дошли до местного охотоведа. Виктор Шатров вместе с егерем отправился на поиски таинственного существа. И вот в этом березовом перелеске было обнаружено типа логово, или, как лучше сказать, лёжка странного вида. Она представляла собой четко выраженный круг диаметром метр. Мнения местных жителей разделились. Одни существование йети в принципе отрицают. Другие готовы поверить, но только увидев снежного человека воочию. Ну, я верю. Я в такие вещи верю. Верите? Да. У нас вот дед, он сейчас уже старенький. Он столько таких небылиц знает. А через несколько дней и тем, кто верит, и скептикам стало совсем не до смеха. Рядом с деревней нашли огромные следы. Это лапа, когти. Здоровая. Охотники пробовали поставить капкан на лесного гостя, но ловушка не сработала. Последние несколько дней о странном существе ничего не слышно. Одни говорят, оно испугалось и теперь прячется. Другие, наоборот, уверяют, что снежный человек готовится к новой встрече. В местной администрации уже попросили охотников, если что, не стрелять. Если существование снежного человека все-таки удастся доказать, было бы неплохо взять его живым. Екатерина Мышлянова, телекомпания НТВ, Челябинская область.